Друзья, всех приветствую на своем канале. Канал Круизи Робот, канал мастера аутиста. В этом видео речь пойдет о мачете. Вот такая мачете у меня затерялась. Давно ее купил, в сарае лежала, но я ее работал. Она очень полезная вещь, я вам сразу это говорю. Она от фирмы Трупер, это мексиканский бренд. Сборка Мексика еще, сейчас пошли Китай, я ее давно покупал. Купил ее за 450 рублей на фирменном сайте, по-моему, на их Трупер. Они делают всякую садовую утварь, туристическую утварь тоже делают. Ну, всякие инструменты, кстати, хорошие у них есть. Продаются они во всем мире. И, соответственно, родная мачете, как бы мексиканская. Конечно, появится сейчас тут критики, которые смотрят вот это, скажут, да это не мачете, да. Я сразу говорю, нормальная тема. Она вот, смотрите, сразу с пилой. Пила разведена изначально. Пила достаточно хорошо пилит. Заточка классная здесь. Металл, ну, гибкий, конечно, предостаточно такой гибкий. То есть для чего она нужна вообще, эта мачете? Ну, мобильность. То есть вы ее с собой, если взяли куда-то в туристическую поездку или там, ну, на рыбалку или в поход, она вполне сойдет для пользования. Недорогая. Сейчас, наверное, она стоит 700 рублей, 750. Если сравнивать с продуктами, с продовольствием, ну, это пару палок колбасы, батон и пачка молока. И вот такая полезная вещь есть. Такая вот полезная штукенция. Значит, что я сейчас? Я вам покажу сейчас, как она рубит. Она удобная для чего? Ну, топор с собой, ну, можно где-то брать, но это вот она заменит и топор, пилу где-то. Сейчас покажу, как она рубит вот крапиву. Смотрите, поросль. Раз, раз. Вот, допустим, вот эти вот какие-то растения. Вот, раз. Раз, раз. Наотмашь вот так вот прорубить где-то проходик. Самая классная вещь. Ну вот, смотрите, видите? Вот, раз. Ну, легкую такую растительность порубить. Она аж свистит. Ну вот, в хозяйстве пригодится. То есть, ну... Можно игнорить это дело, конечно, сказать, да нахрена оно нужно. Ну, кому-то не нужно, а кому-то нужно. Кто-то и на шуруповерт тоже говорит, нахрен он нужен. Ну, иди тогда ручной сверлилкой сверли. Есть топор, есть вот эта штука. Пила есть, да, допустим. Вот, кстати, вот я сейчас про пилу покажу. Вот, видите, раз. С собой в ножны положил и поехал или пошел куда-нибудь в лесочек. Поросль вот так вот она прорубает нормально. Ну вот, смотрите, три таких вот, раз, не знаю, видно вам или нет, вот прорубила. Так вот все расчистить, если самое милое дело. Давайте вот сейчас еще аккуратненько вот так вот тоже. Вот, вот это вот тонко. Раз. Вот нету ее. Не знаю, видно, не видно. Раз. 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 Допустим, вот. Где-то подрезать что-то. Не буду на сарае это испытывать. Покромсать. Так что, друзья, вот такая вот мачете, очень полезная. Вот такой обзор. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.